Здесь платьишки. I'll try this one. What do you think? Yeah, or this one if I try? What one do you prefer? I didn't try this one. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Мы идем шопиться с Жанет. Идем выбирать подарок мне для дня рождения. Что она хочет мне купить. Сейчас посмотрим. Я как раз тоже посмотрю себе новые вещички. Они мне понадобятся. Новые для России. Скоро мы уезжаем с Дэвидкой в Россию. Идем мы по Утлету. Здесь есть недорогие такие магазинчики. Вот один из них мы как раз направляемся. Идем в магазин, по-моему, Мадам Мосс он называется. Здесь обувные магазинчики. А также есть и спортивных. Тут как раз таки у выхода тоже магазины есть. Аксессуары здесь дешевые здесь находятся в Утлете. И как раз таки пойдем вот в такой вот магазин, пойдем посмотрим. Я здесь увидела классные вещички. И здесь очень дешево, кстати, вот в этом магазине. Пойдемте здесь посмотрим. Пойдемте посмотрим. Здесь прикольные такие вот на молодежь. Такие вот блузочки классненькие, смотрите. Пойдем, Дэвидка. Штанишки, я одни уже из них примерила. Дэвид, вылети, пожалуйста, Дэвид. Пока. А? With cherries. Вот такой вот кардиган мне понравился, очень прикольный, красивый. I think there are no sizes for this. No sizes. Мне понравился такой кардиган. Вообще прикольный. Yeah, it was different. Yeah, the other one was cotton. Oh. And it didn't have buttons. Really? Yeah. So maybe they changed something for this one week. Такие прикольные здесь платьишки. I'll try this one. Maybe I show you these two. Yeah. Мы сейчас пойдем померим как раз таки эти два. Okay. It was this material, the other one. Do you want to play with now? Try it on, darling. Whichever one you want. Какой нравится платьишко, Таня?
Thank you.